Так, Андрей, вы с оборота боитесь 30 раз вверх. Так, дальше. Ложитесь вот сюда на спину. Лежите вот так, в сторону. 30 раз. Сергей Анатольевич, я второй раз. Так, все, не надо разговаривать, бороться надо. Дальше. 30 приседаний. 30 отжиманий, 30 раз спин. 30 раз вы разводите ручки и 30 раз вы поднимаете. Сейчас первое упражнение, как хорошо? Вы делаете здесь то, что... Лежа. Все, пошли. Вот он теперь 30 раз вверх. И считаю. Отлично, Михаил. Красиво было, да? И плечи
такие, чтобы прямо выходили красиво. Так, мальчики, пальчики. Значит так. Вы туда становитесь. Девочки, вы сюда. Без подложек. Спину не толкать, типа ноги держать. Играем. Готовы? Бачите, старайтесь играть пошире. Вы забиваете туда, девочки туда. Аджи, баскетбол играем. Не пускайте девочки. Так, долго не держи. Стоп! Девочки ушли сюда. Мальчики сняли кимоно. Мальчики кимоно сняли быстрее. Готовы? Нет. Хаджимы. Стоп, мячик не упал, значит мячик забираем. Первый, рядом с Юрием Александровичем играть аккуратно, у него нога болит. Там играть аккуратно, потому что... И еще, Гришин, стоять нужно. Я хочу. Хаджина. Все, до Выше руки подними. Стоп! Матвей встали. Ты что падаешь? Что ты падаешь? Ты хочешь, чтобы на тебя упали сопли остались? Иди сюда, Вика. Бегу. Так, еще раз, послушайте меня внимательно. Вот ты. Встань, пожалуйста. Что, штрафной пробивает? Эй, ты держишь мячик здесь, потом отдать не можешь. Мячик же выше. Вот здесь одной рукой защищаешь и здесь держи, чтобы сразу отдать. А ты здесь держишь, потом тебя по ушам, бу-бу-бу. Хорошо? Вика! Пас, подбираешь. Нехорошо. Пас. Эй, вверх! Ангелина, еще раз. Нельзя, правильно. Молодец. Вот, правильно. Так играй.